До Дня Победы остались считанные дни. За это время ребятам из 9 А класса 163-й школы предстоит научиться маршировать, вытянув носок, и держать спину прямо в течение нескольких часов на караульном посту номер 1. Но трудности их не пугают. Нету никакого секрета. Не знаю почему, но как-то обычно, спокойно просто стою и все. Ничего не остается, нормально. Это первая репетиция. Пока школьники только разучивают движения и команды, но уже волнуются. Стоять на посту у Вечного огня в день 70-летия Победы особенно ответственно и почетно. Для меня это как бы честь какая-то, ну как уважение к тем, кто воевал. Это мало из того, что мы можем сделать для них. Волнуются не только сами участники, но и классный руководитель. Мы никогда в нашей школе, я, например, сколько лет проработала, не было такого, чтобы мы стояли вот на посту номер 1. Поэтому это, я считаю, почетно для нашей школы и для нашего класса тем более. Ответственные задания ребята обещают выполнить с честью. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События.